На сегодняшний день на территории будущей спортплощадки идут демонтажные работы аварийных зданий и сооружений, которые представляют собой фактически только руины от бывших производственных помещений. Здание школы будет трехэтажное, с актовым залом, столовой, двумя спортзалами и тренажерным залом. На улице будет стадион с двумя трибунами для зрителей. Одним словом, образовательное учреждение будет соответствовать всем требованиям. Общая площадь здания школы составит более 13 тысяч квадратных метров. Именно это место посчитали наиболее подходящим для расположения школы. Подрядчиком является ООО «Восток», руководитель которого – выходец из Чадана. Ему пришлось выкупать земельные участки у частных лиц, в свое время оформивших их на себя. Сегодня мы копаем, подготавливаемся под фундамент, грунт увозим. И три единицы техника работает сегодня пока что. Сейчас тоже подъедут. И с завтрашнего дня начнем копать следующий, тоже под фундамент будем готовиться. В новой школе будут современные классы, оборудование, спортивные площадки, собственный стадион, актовый зал и столовая на 180 посадочных мест. Также в здании установят систему охранно-тревожной и пожарной сигнализации, поэтому учащиеся будут в полной безопасности. Рабочих будет достаточно много. Это разные бригады будут, поэтапно будут работать. Возведение объекта специалисты планируют завершить в следующем году. Отметим, что на сегодняшний день в республике строится 10 учебных заведений на 7183 места, из которых 4 будут завершены в текущем году. Строительство по счету 11 школы на 176 мест будет начато в ближайшее время в селе Чадура Улукемского района. Инна Клаян, Шалман Магуш, Азамат Ачур, телеканал Тува-24.